Вдова Амара Матина, застрелившего в июне прошлого года 49 посетителей гей-клуба в Орландо в американском штате Флорида, которую обвиняют в содействии мужу, может в ближайшие дни выйти на свободу под залог. Суд калифорнийского города Окленда счел представленные прокуратурой доказательства того, что 31-летняя Нур Сальман представляет угрозу для общества недостаточными. За женщину поручились ее родственники, заложив дом стоимостью в $500,000. «Мы считаем, что это справедливое и правильное решение, которое позволит ей вернуться к сыну», — сказал адвокат Сальман. Судья также отметил тот факт, что она страдает от посттравматического стрессового расстройства. Ей нужно лечение. К сожалению, ее освобождение не будет автоматическим. Власти имеют право на обжалование и сделают это во Флориде. Оспорить данное решение обвинители могут в течение 48 часов. Нападение на ночной клуб в Орландо стало самым кровавым в новейшей истории США. По данным властей, Матин, который был застрелен полицией, поддерживал группировку «Исламское государство».